сегодня и запланировал поездку на трамвае 39 от метро Чистые пруды, который вы сейчас видите, до университета. Вот маршрут достаточно длинный, если вы воспользуетесь поиском в интернете, ну, на тему типа самые интересные маршруты общественного транспорта, то среди результатов поиска непременно будет фигурировать 39-й маршрут трамвая, который проходит от самого центра Москвы и до юго-запада. Ну, хотел сказать до окраин, но теперь уже там настроили новых районов, станции метро, так что окраины там уже не назовешь. Ну вот идет такой мелкий мокрый снег, я выбрал место, чтобы он был в спину. Сейчас здесь подожду, наверное, трамвая, потом перейду на остановку уже. И тут тоже идет стройка. Вот, на секундочку повернусь. Да, сегодня праздник, 4 ноября, флаги, парадная одежда у водителей трамвая, у полиции. В общем, вот такой вот праздничный день с непраздничной погодой. Ну, ладно, я пойду на остановку. Уважаемые пассажиры, трамвай следует по маршруту номер 39 при конечной остановке метро «Университет». Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Дышой Харитоньевский переулок. Уважаемые пассажиры, при входе в трамвай не задерживайтесь на передней площадке. Оплатив проезд, проходите через турникет в середину салона. Не создавайте неудобств. Остановка Дышой Харитоньевский. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Покровские ворота. Мосгортранс приглашает жителей Москвы и Московской области старше 21 года, имеющих образование ниже среднего, на работу по профессии. Водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая. Социальный пакет, копия проезда на наземном городском пассажирском транспорте, гибкий график, работа в районе места жительства. Возможно обучение, а также профессиональная переподготовка. Подробности по телефону 8-495-950-40-40. 8-495-950-40-40.
Остановка Покровские ворота. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Казарменный переулок. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что во избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Остановка Казарменный переулок. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Воронцово поле. Остановка Воронцово поле. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных искусственных вещей в подвижном составе, прикасаясь к ним, незамедлительно сообщайте водителю. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Яузские ворота. Памятник пограничникам Отечества.
Краузские ворота. Памятник пограничникам Отечества. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Комиссариатский мост. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что во избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Остановка Комиссариатский мост. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка метро Новокузнецкая. Уважаемые пассажиры, будьте вежливыми. Уступайте места людям с ограниченными возможностями. Пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Метро Третьяковская. Уважаемые пассажиры, город становится ближе. Открывается регулярное пассажирское движение на Московском центральном кольце. Информация о маршрутах движения и пересадках на transport.mos.ru или по телефону контакт-центра «Московский транспорт» +7 495 539 54 54. Остановка метро Третьяковская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Вишняковский переулок. Уважаемые пассажиры,
выходе из вагона будьте внимательны. Переходите проезжую часть только по пешеходным переходам. Держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Дубининская 56.
Цепская площадь. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Стоянный переулок. Пассажиры, напоминаем, что во избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Остановка Дубининская улица 57. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – завод Владимира Ильича. Уважаемые пассажиры, при выходе из вагона будьте осторожны. Остановка – завод Владимира Ильича. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Первый Павловский переулок. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что во избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Подозрительных или сложных вещей в одном составе, не прикасаясь к ним,
Незамедлительно сообщайте водителю. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — Даниловский. По требованию. Остановка — Свято-Данилов монастырь. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — Серпуховская застава. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что во избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Остановка — Серпуховская застава. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — Даниловский рынок. Thank you.
остановка Даниловский рынок. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Хавская улица. Уважаемые пассажиры, при входе в трамвай не задерживайтесь на передней площадке. Оплатив проезд, проходите через турникет в середину салона. Не создавайте неудобств. Чем потушить. Соблюдайте правила пожарной безопасности в быту и на производстве. Помните, что в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 01. Следующая остановка. Завод Орджоникидзе.
Уважаемые пассажиры, на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта организован ежедневный контроль оплаты проезда. Напоминаем, что за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей. Просим вас своевременно осуществлять оплату проезда. Пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. +7 495 539 54 54.
объекту 60-летия октября. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения подозрительных или несложных вещей в подвижном составе, прикасаясь к ним, незамедлительно сообщите водителю. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Улица Барлина. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Улица Липунова. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что в трамвае ведется видеонаблюдение. В случае совершения акта вандализма и других противоправных действий, видеозапись передается правоохранительным органам. Остановка улица Липунова. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка улица Пупкина. Остановка улица Пушкина. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Дарвиновский музей. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что в избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Субтитры создавал DimaTorzok.
Остановка Дарвинский мост. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка 64-я больница. Клуб «Мосгортранс» приглашает жителей Москвы и Московской области старше 21 года, имеющих образование не ниже среднего, на работу по профессии. Водитель автобуса, водитель троллейбуса, водитель трамвая. Социальный пакет, вход на проезд на наземном городском пассажирском транспорте, гибкий график, работа в районе места жительства, возможно обучение, а также профессиональная переподготовка. Подробности по телефону 8-495-950-40-40. 8-495-950-40-40. Пассажиры, при входе в трамвай не задерживайтесь на передней площадке. Оплатив проезд, проходите через турникет в середину салона. Не создавайте неудобств. Следующая остановка — Ленинский проспект.
Остановка Ленинский проспект. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Грамм-театр Джигарханяна. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что во избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Поездка. Действительно, метро Университет, не обманули. Вот цирк. Вот трамвай. Люди остались, видимо, поедут дальше. По Кольцеву. Такое тут кольцо, такие виды. Да, ну собственно университет, да, я так промолчал, но я думаю, вы и так поняли. Вот. Ну все, пойду на конечную. Ждать следующего трамвая, назад возвращаться. Подписывайтесь, лайкайте, дизлайкайте, комментируйте. Все как обычно. Спасибо тем, кто был со мной в этой поездке. Ну и особенно тем, кто постоянно смотрит и оставляет комментарии.